Преступление было совершено в Златогорске 1 сентября этого года. Согласно версии обвинения, в тот день Надежда Акшинская вместе со своим сожителем и его матерью распивали спиртное. Но когда около часа дня мужчина попросил у своей женщины денег, чтобы купить новую порцию алкоголя, у них произошел конфликт, и Акшинская решила его убить. Так как последний в ходе совместного распития спиртных напиток избивал Акшинскую, осознавая преступный характер своих действий и желая их наступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Акшинская из чувства мести взяла нож, который находился на столе, и нанесла один удар в область грудной клетки с ножом потерпевшему Науменко. Удар пришелся в сердце. Потерпевший скончался на месте. Женщина вытерла с пола кровь и только после этого позвала в квартиру брата-сожителя, который жил рядом. Он посоветовал женщине позвонить в полицию, что она и сделала. Вину подсудимая не признала, заявив, что не имела умысла на убийство. На процессе начался допрос свидетелей.